Уважаемые коллеги, здравствуйте, на связи Вики Зу, и сегодня мы бы хотели показать еще один очень важный для грумеров аксессуар. Это стойка для фенокомпрессора. Изначально расскажу, зачем она нужна, и потом уже, собственно говоря, уделим ей внимание, покажу ей определенные особенности. Ну, наверное, в первую очередь она нужна тем, у кого ограниченное количество места, да, и фен компрессору нет места на столе. Да? Это первый момент. Вы сможете спокойно поставить компрессор на стойку, отвести от одного грумера к другому, спокойно перемещая, компрессор не упадет и не разобьется. Еще одним, наверное, таким плюсом использования, да, или даже в пользу работы со стойкой, является, что если компрессор у вас стоит на столе, то он, компрессор это у нас пылесос наоборот, он, собственно говоря, выдувает воздух, а здесь воздух засасывает. Если у вас компрессор стоит на столе, то, соответственно, вся шерсть засасывается в фильтры, дальше проходит сам компрессор, компрессор перегорает. Поэтому желательно разделить шерсть и животное, и, собственно говоря, фен-компрессор. Поэтому мы советуем использовать стойку. Теперь, что касается самого устройства. Ну, на самом деле, мы делаем универсальные стойки, которые подходят под разные виды и типы компрессоров. Как для популярных моделей, так и не для очень. Но на самом деле, если у вас какой-то старый компрессор, лучше уточнить в отделе продаж, они более подробно скажут, есть или нет, именно под ваш компрессор. Ну, а так выглядит она вот таким вот образом. Крепление фена происходит с помощью вот такого вот держателя, да, вокруг фена, да, стягиваете и закрепляете. Компрессор не упадет. Далее вы можете регулировать высоту подъема на нужную вам. Ну и, соответственно, легко перемещать и при желании наклонять ваш фен-компрессор. Поставляется она в разобранном виде, снимается низ. Ну и, собственно говоря, очень компактно она убирается и может быть отправлена в любом направлении. На этом, наверное, все. Если будут вопросы, рады будем ответить.